Страсть, весна и ча-ча-ча. Меньше суток осталось до старта мирового танцевального турнира. Он впервые пройдет в Челябинске, и у российских пар есть все шансы победить. Их высокий уровень подготовки уже оценил итальянец Маурицио Весково, именитый танцор. Для участников чемпионата мира он провел мастер-класс. Ирина Гончаренко продолжит. Как правильно вести партнершу в танцы и как исполнять новые элементы ча-ча-ча? Мастер-класс для участников чемпионата мира по танцам проводит многократный победитель всемирных соревнований Маурицио Весково. Паре с именитым итальянцем Виктория Ясати. Девушка представляет Россию на чемпионате мира по спортивным танцам. Обычно мы смотрим по интернету, по каким-то передачам, их мастер-классы, их соревнования, их турниры, он именно энергетический зал держит. Вот именно энергетический, потому что, может быть, уровень у профи очень хороший, очень высокий, но кто-то не обладает такой внутренней энергией, как он. У него энергия, позитив, его фишки, его подача, его взаимоотношения именно в паре по отношению к партнерше. До старта грандиозного танцевального события в Челябинске остается меньше суток. Столица региона примет сразу несколько турниров. Это Кубок губернатора, Кубок мира и Чемпионат мира. Мастер-класс от тренеров и судей традиционно предваряют статусные соревнования. Вместе с итальянцем Маурицио Весково движение ча-ча-ча разучивают около 50 пар. Все они спортсмены из России. Они первыми прибыли в Челябинск. Маурицио Весково отмечает: среди россиян много талантливых танцоров, и у них есть все шансы на победу в престижном турнире. Я часто провожу мастер-классы по всему миру. Приятно видеть, что в России есть хорошие танцоры. Они заинтересованы, чтобы развиваться дальше. Чтобы танцевать латиноамериканские танцы, нужно любить эту музыку, нужно иметь вдохновение и относиться к делу с энтузиазмом. Чемпионат мира по танцам впервые пройдет с 6 по 8 апреля во Дворце спорта «Юность». Свое участие подтвердили представители 27 стран мира. А танцевальное шоу смогут посмотреть почти 5000 танцоров и зрителей. Подготовка к чемпионату мира по танцам проходит в ритме ча-ча-ча. За день до старта соревнований на 90% уже завершены все работы в дворце «Юность». Построен спортивный городок, обустроен пресс-центр, зоны для питания и тренировочные залы. Готовы две площадки, где пройдут основные соревнования. Специально для чемпионата мира был куплен новый паркет. В фойе Дворца спорта будут фотозоны и магазины, где можно будет купить сувенирную продукцию символом чемпионата. Им стала разноцветная птица. В ней воплотили образы танцевальной пары и парящие юбки танцовщицы. Для спортсменов уже готовы раздевалки, гримерные. А вот готовить для участников чемпионата будут повара итальянского ресторана. Меню согласовывали, конечно. Конечно, легкое, постное. Сейчас у нас пост идет. Вот как в Европе, так и в России. Поэтому все придерживаются, как правило, и все к этому относятся очень-очень душевно, очень трепетно. Поэтому здесь мы постарались делать облегченные разные блюда. Но свежевыжатые соки, конечно, легкое что-то. Рыба, что-то еще будет обязательно. А наш медиахолдинг ОТВ организует трансляцию чемпионата мира по спортивным танцам. Будет задействовано около 50 человек, в том числе и интернациональная режиссерская группа из Челябинска, Москвы и Испании. 9 камер работает на площадке, телевизионный кран, подвижная камера, которая будет внедряться прямо в ряды танцующих. Вы увидите танец прямо изнутри. Это действительно будет очень круто. Увидеть красивое танцевальное шоу можно будет на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.ru. Ирина Гончаренко, Тарас Любимов, ОТВ.